нашли наоборот, как раз вот ноги стоят. И теперь руки идут сюда, а глаза идут наверх и находят самую верхнюю точку, которую могут ухватить. А голова на месте. Только глазки. И дышим. Два хотя бы. И три. И вниз. А теперь руки вот так вот, по-балетному. Значит, голова прямо. И глазки, только глазки идут вниз. Как и на полу находят точку, какую только ниже, ну, которую могут ухватить. И удержите двумя глазами точку. Дышим. Так, так, так. Ну-ка еще разок, давайте. Так можно отдыхать, даже дышим. Можно узнать, какой глаз подъезжает за каким. И уравновесить их.